Говорить, что вам надо, житель, короче, а? Вот говорите мне. Ага, я понял, заходить в дом и тут говорить. Что вы хотели? Ну, там, короче, есть такой домик двухэтажный. Ты в нем будешь жить, наверное. Недельку это точно. Просто лишили до близкого друга. Ну, мы же подружились уже с тобой. До близкого друга сделать хорошо. Понятно. И где он находится? 3000 блоков отсюда. Да ты что, сумасшедший, мне туда идти? Ну, тебе-то туда не идти. Это как? Ну, сейчас узнаешь. Как я узнаю? Ну, сейчас узнаешь. Да, сейчас узнаешь ты. Подходи сюда. Ладно. На. Ой, больно, погой. Ай, что-то темно так, я был что, в отключенном во сне или в урубении, ой, ребят, что это такое, где я оказался, ребят, это не надо мне. Такого мне не надо. Давайте полазим по сундукам. Ведро. И телевизор. Может, это как-то объединить телевизор и телефон? То есть телевизор и ведро. Я просто боюсь. Ой, господи, что это? Ой! Скелеты. Ай, зомби. Ой, страшно как. Не, нам надо первый этаж исследовать. Сначала первый. Какие-то разбойники, зомби. Чёрт. Ёлки-палки. Это реально дом Гренни, только с этими чудиками. Они по комнатам хотя бы не лазят. Нам надо выбираться, а двери заперта. Чем нам... Как нам их обмануть? Рискуем. Кто не рискует, тот не пацан. Ай-яй-яй-яй. Фу. Это картинная? Что это такое? Тут вообще жутко. Это пипец. И ты достал уже, а? Что? Могу мочить. Точно. На, ведро. Урон бы помощнее. На винку. Ну как, если я двумя кулаками его фигачу, то есть одним, то это будет как два кулака. Ай, там криперы. Чего? Они же весь мой лут тут взорвут, который мне надо искать. Господи. Офигенно будет, если они дверь взорвали. Зомби-житель. Чего? Оружие искать, срочно на второй этаж валим. Ребят, вы же включенные, да? Господи, где оружие, где? За мной скелеты гонятся. Ой. О, кухня с кровавой. Фу, кровь. Доски. Да чего мне доски? Палки, то есть. Вау, это что? Я ничего не понял. Какой-то... какие-то связи, может, какие-то механизмы связывать. Ой. Это что тут у нас? Так, яблоко. Ну-ка, давайте заглянем. Так, у нас этих яблок тут. Из холодильника достаем. Что-то страшновато мне. Ого. Ой, ёлки-палки. Это что за комната таинственная? Никак туда не забраться, но ладно. Там нычка была бы хорошая. А тут взрыв.
Аккуратно. Там могут быть дураки всякие. Ой, я испугался. Гляньте, тут какая-то броня разбросана. А! На! Со шифта, давай. Мочите его. А! Мне поможет только ваши лаки его замочить. А! Господи, сколько тут лута всякого. Головы какие-то. Чё? Мне кажется, крипер хороший ход-то забабахал. Гляньте, кольчуга. Так. Кольчуга. Это хорошо. Эта кольчуга, это хорошо. Это что вообще еще такое? Ёлки-палки. Да это они комнату вообще не открыли. Крипер не открыл. Наоборот, она какая-то фиговая. Не надо было открывать. Подождите. А если мне одеть? Да не угами. Стоп. Или геймстоп превратился в этого чубрика. Но мне страшно. Не до смеха. Вам сказать, хоть я и смеялся. Вот это не пригодится, вот это не пригодится, это не пригодится. А вот это нам пригодится, наверное, по любасу. И нам надо выбираться. А как? Как? Подождите. Тут какие-то штуки надо соединять. Крипер, ай, ты достал. Крипер, а, нет, отвали от меня, отвали. Чудовище, отвали от меня. Ай, отвали от меня, я хочу все сам делать. Гляньте, какие монстрики тут, а. Нет. Нет. Фу, страшно. Мне надо отсюда как-то выбираться. Но... Вон там деревья, никак не выбраться. А вон там. Хоть и деревья, но там есть тропинка. А там мы не пролезем. Там еще вот эти разбойники защищают. Все, а там мы просто по дороге пробежим и свободно. И нас не застукают. А! Черт. Нам надо застраиваться срочно от этих разбойников. Застраиваться наоборот. Вот, видите? Хоть где-нибудь бомбанешь, а все равно опасно. Ты не вылезешь, тебя убьют. А мне надо, чтобы не убили меня, чтобы я был жив и снимать для вас ролики. Это как-то надо ломать. Давайте сходим туда. Еще дверь зарпита. Вот, а тут надо вот эти... Ой, ребят, что я делаю? А мне надо вот эту всякую фигню расставить, и чтобы все сработало, я открылась. А потом взламывать всякие замки. Да, взламывать всякие замки. Господи, какая молния. Господи, там крипер опять, я их ненавижу. Теперь я больше их стал ненавидеть. Ой... Ой-ой-ой! Что это такое? Скелетные бошки? Тут я был. Чё их не видел тогда? А вон там что у нас? Не видно. О, там башка этого злодея. Ёлки-палки. Нам надо на второй этаж срочно. Где у нас второй этаж? Лестница. А, это и есть второй этаж. Значит, надо искать по комнатам. Ай! Выискивать! Скелеты опять. Ай! Господи, это страшно. Комната ужасов какая-то. И тут закрыто все. Господи, что мне делать? Точняк! Надо на третий этаж подниматься. То все позакрыто. Может, тут что-нибудь найду, а? Тут тоже что-то заперто. Ого! Тут надо искать сундук, который с предметом. Ну, мы ж быстренько найдем, а?
Да, быстро нашли. Юху, ура! Заходим туда. Страшновато. Какие-то рельсы, пауки. Что это такое? Ой, куда я зашел? Господи, что тут есть вообще? Куда? Это вообще бесполезная комната. Там реально дом паука этого. Ладно, бежим отсюда. И у меня есть вот этот. И чуть-чуть осталось. Вот прям две штуки или несколько еще. И мы выберемся отсюда.